Всем привет! Получил очередной заказ с интернет-магазина F-магазин. Ну и давайте приступим к распаковке. Коробка достаточно объемная, но на самом деле позиций там не так уж много. Упаковали очень хорошо сотрудники F-магазина. Так, чек. Ну, давайте уберу в сторону. Вот так вот располагается товар. Ну и подробно буду рассказывать о каждой позиции. Взял вот такие вот слаги от компании Кутоми. Недорогие, отлично подойдут для ловли окуня. Ну и также еще вот такие вот твистера от компании Кутоми. Небольшого размера. На упаковке производитель, соответственно, указывает оснастки, которые можно использовать. Есть, соответственно, указание веса, длины. Ну и поставляются твистера достаточно хорошей упаковки. Имеется зип-замок. Ну и внутри приманки располагаются на подложке пластиковой, прозрачной. Вот такие вот виброхвосты от компании Tsurbita, модель Junk, 3,2 дюйма. В пачке находится 5 приманок. Удочка безосевая от компании Pierce. Опять же, очень хорошая удочка для ловли на мормышку. Легендарный ратлин для ловли судака. Это Smith. Модель Bay Blue 90S. Весит 21 грамм. Отлично ловит судака со льда. Также великолепные результаты показывает заброс. Вообще в данной посылке у меня достаточно много ратлинов. Вот еще один. Это Bosun 75 от компании Tsurbita. Компактный ратлин весом 31,5 грамм, который можно использовать и в заброс, и, соответственно, со льда. Воблер Tsuyoki Iteki 37F, длина 37 мм, вес 2,7 грамм. Воблер имеет заглубление до 80 см. Кастмастер от фирмы Kutomi. Называется данная блесна Butterfly. Выпускается достаточно большой линейки весов. У меня представлено в цвете Silver Green, вес 15 грамм. Опять же, один из легендарных ратлинов. Так, надеюсь, видно. Это Calicana VIP 52, длина 52 мм. Вес 8,2 грамма. Отличный VIP для ловли окуня со льда. Компания Trapper выпускает не только классные прикормки, но есть у них и силиконовые приманки. Имеется вот такой вот виброхвост, который называется Killer. Выпускается он в нескольких размерах. Около 20 расцветок я взял в размере 75 мм. Резина несъедобная, но интересная. Еще один ратлин от компании Tsuyoki, модель Stratec 55S. Ну вот, вес 10,5 грамм, 55 мм, ратлин тонущий. Давно хотел приобрести пилу от следопыта. Это складная туристическая пила. Ну и, соответственно, на их магазине появились, сразу приобрел. Классная колебалка от фирмы Cargo. Есть у них несколько моделей. Данная модель имеет более такое вот вытянутое тело и называется Silver Heavy Long. Выпускается достаточно большой весовой линейки. У меня представлено в весе 25 грамм.
Блесна сделана из свинца и покрыта, соответственно, слоем серебра. Установлен качественный тройник из Японии. Силикон от Гари Ямамото. Интересные такие виброхвосты. Называются Swim Senka. 4 дюйма в пачке 10 приманок. Вот так они выглядят. Очень много в них соли. Приманка, хоть и разработана для ловли баса, отлично подойдет для ловли традиционных хищных рыб, то есть и судака, и щуки, и окуня. Следующий на очереди — это вот вертушка от компании Muran, модель Panther H, что переводится, соответственно, форель. Блесна весит 7 грамм. Лепесток такой двухцветный, то есть он бывает в цвете золота и медь. Вторая половинка всегда идет в черном цвете. Ну, имеются вот такие вот точечки. Приманка великолепно ловит разнообразную рыбу. Ну и, соответственно, рекомендую обязательно иметь эти вертушки в своем ассортименте. Еще один воблер от компании Tsuyuki, модель Matcha, SR-ка. Приманка всего лишь 42 мм, весит 6,2 грамма. Имеет заглубление до полуметра. Отличная приманка для ловли рыбы на мелководных участках. Так, сейчас камера сфокусируется. Колебалка от фирмы Forest. Модель называется Kagera Miu. Вес 2,2 грамма, цвет 0,3. Данная расцветка обладает глоу-эффектом. Отличное качество, великолепно ловит разнообразную рыбу. Ну и как блесна Донна. Также данные колебалки просто выкашивают рыбу. Есть в нескольких весах. Я взял в весе 1,7 грамм. Ну и вот в таком вот интересном цвете HF07. Ну и напоследок, это вот такая вот колебалочка от компании Kutomi, модель X-Spoon, 3 грамма в зеленом цвете. Так, а нет, еще на закуску — это бомбарда от компании Strike Pro. Бомбарда Suspender выпускается, опять же, в достаточно большом весовом количестве. Ну, я взял данную бомбарду в весе, сейчас вспомним, 20 грамм. Вот так вот она выглядит. Ну а теперь коробка пустая. Спасибо F-магазин за быструю отправку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.